Я не знаю, как сказать, но она покончила самоубийством. Медуза выбросилась на берег. Путешествие за водой. А вот и маяк. Где живут раки маленькие и крабики. Нибелунг. Летающий кусок. Где-то мы здесь живем. Здесь кто-то еще живет, люди какие-то. Вон там дом прикольный, красивый. Человек стоит далеко. Прикольный. И все, больше ничего не могу сказать. Эти камни небесные радуги сидят. А там выходит, просто рубильник включается, и он светит. Идем вниз куда-то мы. Там маяк находится, разрушенный дом какой-то. Здесь у нас фазенда итальянского барона Маэстро. Обратите внимание на фазенду барона итальянского там. Маэстро Google Man. Рискованный Андрей, достаточно рискованный. Андрей! Вот это маршрут мы выбрали, Андрей. Удобненький маршрутик по вот такой скале. Кто-то древний здесь обитал, медика поел, вообще разлился. Чистый мед. Да, это мед гигантской пчелы. Как мед. Класс. Надо попробовать этот мед. Соленый, ну. Весь меганом засыпан какими-то сладостями. Здесь мы видим сироп из сахара, там мы лизали мед. А вот здесь Дон Хосе с Мексики идет за водой. Только прошли мы сахарный сироп, а здесь мы уже видим зажаренный сахарный сироп, и это очень здорово. Здесь у нас доисторические динозавры бегали. Место лавинных потоков Джуманджи.
яйцо динозавра здесь находится. Мушевая, Ориона мушевая. Ух ты ж. Ух ты ж. А? Политики не пиздеть. А у тебя есть маркер там? Да. А вот и найден родник Барандука, и мы сейчас будем набирать воду до завтрашнего дня. А, тут есть вода? Ля, тут вода есть. Прикольно, ля, тут можешь что-то написать. О боже, как тут прекрасно. Амбу Шанкара Наму Шивай Гиреджи Шанкара Наму Шивай Шамбу Шанкара Наму Шивай. Боже мой, надо тут двумя руками подниматься. Печь? Вау. Она старше маяка на один год. Классно. 1894. Ле Фаре. Ремонт, все дела. Ты что, маняешь на печку? Они ее народ называют Ле Фаре, маяк. Иду, бутылки перекатываются, мне приходится на правую сторону чуть-чуть наклоняться, чтобы не упасть с этой высоты собачьей. Шутка. Ага. Ага. И что случилось? Там, короче, бордюр тут передо мной здоровый. Ага. Через руки перелетаю. И туда. Ля! Сальто мортале. Спускаться с этой горы. Короче, вот смотри, видел, да? Ой, короче, белая палатка вот. Вот, вот здесь живет лиса. Здесь непонятно кто. Дальше высоко живет. Здесь живет динозавр, а там вот здесь Шива. Мы здесь живем. Конечно, кажется, вот так не очень. А, но... точно. Там акулка сидит, а вон там где-то закат с птицами летающий. И все. Ау!